И всем огромный привет, мои самые любимые телезрители! С вами, как всегда, я, Саня Играт, и добро пожаловать на этот видеоролик. Не забывайте участвовать в розыгрыше на Майбах, который стоит там под 9 миллионов. Вся информация есть в вот этом предыдущем ролике, в комментариях там увидите. Исключительно в том ролике, друзья, чтобы не было у вас никакой путаницы. Ну а сегодня мы будем проходить Battle Pass до конца. Вот прям реально до конца сейчас пройдем его и все, и как бы можно про него забыть. Я вам покажу все тачки, реакцию на эти тачки, так что обязательно досматривай этот ролик до конца, будет очень интересно. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАТ. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Так, а кто этот наш такой замечательный, красивый смотрит этот видеоролик? А это мои любимые зрители, друзишки, всех рад приветствовать! У нас сегодня заканчивается Battle Pass. Ну как, он вообще до августа месяца конца. Ну а я решил закончить его именно сегодня. Для тех, кто не в курсе, Battle Pass выглядит вот именно вот таким вот макаром. Выполняйте задания, забираете призы. Вы видите, да, в каждой клеточке есть свой приз. И это очень здорово. Мало таких проектов на самом деле, где дают тебе награды за все подряд. Короче, как видим, донат валюта тут есть. Много чего тут есть прикольного. Крыски. Кстати, мне надо будет кому-нибудь крыски подарить. Нужны кому-нибудь крыски? Ладно, новичкам буду дарить, ездить. Это уже в следующем видеоролике. Сегодня Battle Pass. Давайте я быстро пролистаю. Все, кто уже играют, те, кто ее проходит, уже все знают. Мы, друзья, на 66-м уровне. Мы забираем премку, мы забираем тормоза, мы забираем этом двигатель. И вот я вот, подожди, этот фургончик, этот замечательный фургончик, а для чего он нужен? Могу ли я дальнобоить на этом фургончике? Пожалуйста, в комментариях, пояснительная бригада, если присутствует, напишите мне, для чего этот фургончик нужен на Grand RP. Просто играя на других когда-то проектах, там на фургончике можно было дальнобойщиком работать. Как здесь? Вот, пожалуйста, кто шарит, напишите. Итак, 71 уровень. Сейчас прогрузится, и мы посмотрим, что здесь имеется. О, подвесочка. Забираем. Пулемет забираем. Кейсики забираем. Так, это у нас донат. Донат забираем. Это либо бабки, либо фальшивые купюры. Скорее всего, это деньги. Да, это деньги. Плюс засчитано. Дальше, опять премочка красного цвета, значит, какая-то самая охуенная, которая есть, дорогущая премочка. Такая маска, которую я хотел. Кабура, наконец-то у меня есть кабура, я 100 с хуем кейсов пооткрывал, и мне ни разу не выпала эта кабура, наконец-то теперь она у меня есть хоть такого цвета. Так, диски, тачка, охотники за привидениями. Так, друзья, 81 уровень. 81. Уже мы тут. Мы уже близко к концу. Чтобы вы понимали, осталось 10 уровней. И уже конец. Все, просто конец. У меня, наверное, не хватит очков. Ну ладно. Диски. Одежда. Камушки. Забрал. Забрал. И тачка. Забрал. Так, надеюсь, этого количества мне хватит, потому что осталось последние 5 уровней, и очень интересно вообще посмотреть, как выглядят шмотки, как тачки выглядят, сколько они стоят и как они ездят. Давайте, короче, ладно, без лишних слов, ближе к действию. Открываем, забираем, это у нас донат валюта, это одежда какая-то эксклюзивная, премка, блядь, премки просто дохуища, хоть отдавай подписчикам, хотя может даже и стоит новичкам отдавать, чтобы они быстрее прокачивались в начале своего пути. Так, какая-то рубашка и тачка. У вас недостаточно опыта. Чё, я проебался на 100? Я проебался? В смысле, мне не хватило 100 очков? Все, теперь точно хватает. И мы забираем последнюю тачку. Все, все.
Battle Pass полностью пройден. А теперь, друзья, давайте посмотрим, какие есть шмоточки. Во-первых, меня интересуют шмоточки, потому что шмоточки всегда охуенно смотрятся. Особенно в... Ух, нихуя понадавали мне здесь. Ля, весь инвентарь забит. Просто весь инвентарь. Так, дайте мне секунду времени. Начнем, пожалуйста, с такой маски. Почему-то щеки немного выпирают. Не знаю, маска провалилась. Блин, так-то было прикольно, если бы она не была немножко забаганная. Ну, щеки надо будет, наверное, на хирургическую операцию сходить, немного сделать их меньше. Итак, шубка Supreme. Я чувствую себя сутенером. И вы только посмотрите, у меня теперь наконец-то есть кабурочка. Как она охуенно смотрится. Так, сразу при вас сейчас переоденемся в другие шмотки. Вот, допустим, черная. Как выглядит черная? Маску будем снимать или не будем снимать? Давай снимем ее, оденем нормально. Свой я стайл сделаю. Так, очечки и борода. Ой, какой я красивый, ля, мощно, мощно, охуенно. Мне нравится стилек, мне нравится, обязательно буду юзать этот плащ. Так, и у нас осталась вот такая одна тема, да, вроде больше мы ничего не пропустили, да. О, ну такой вот. Вот такой вот обычненький. Тоже, в принципе, симпатично. Прям такой вырез, подбородочку тоже. Ну, нормально, нормально, нормально. Так, блядь, что у меня тут за зверинец, блядь? Ля, какая хуета. Да, прикольно. Так, это что-то похожее, что на китайское BMW. Это легендарочка. Так, и вот такой вот, я понимаю, это типа Mercedes. Какой-то Mercedes, наверное, был. Так, давай теперь начинаем. От самого первого, да, посмотрим ГОСКа. Сколько стоит ГОСКа у этого транспорта? 12 лямов. Ну, в принципе, нормально, слушай. Я, правда, не знаю, для чего. Подожди, а багажник? Может, там какие-то дополнительные слоты есть такое или нет? Ну, как бы полностью. Ну, это ежу, понятно, что оно будет полностью. Так, легендарочка, тачка из «Охотники за привидениями». Сколько ты стоишь? 9 миллионов. Ну, в принципе, столько же, сколько стоит и легендарочка из фильма «Такси». Это что за автомобиль? Что ты такое? Не садись, не садись, я случайно нажал, блядь, я случайно нажал. 11 миллионов, в принципе, тоже неплохой автомобиль. И последняя, я не знаю, как этот автомобиль назвать. Автомобиль для клоунов, блядь, каких-то придурков. Так, давай, открываем, смотрим. Тоже так же 9 миллионов. Короче, такие уникальные тачки, они стоят 9 миллионов. Давайте проедемся. На первом автомобиле, допустим, на этой. Что она может вообще? Как она себя будет чувствовать? И салон. Сейчас, подожди, салон хочу глянуть. Белый салон, черная торпеда. Так, ну все же мне интересна реакция людей вообще. Как они будут реагировать на эту тачку? Здорово, чел, как тебе моя тачка? Заебись? Я твое мнение услышал. На нахуй. За неадекватность, блядь. Даси хуй. Блядь, тачка сирена. Ебать, охуенно. Это, наверное, первое. Блядь, прыж сирена вернет. Во, поехали, поехали. Вызов. Ту-ру-ту-ту. Как там музыка поется, блядь, забыл. Ля, пушка. Блядь, кого-то сбил опять. Я не хотел, видите, хуля выходите там, где не надо. Я на вызов спешу. Я просто спешу на вызов. Вы привидение? Да, я привидение. Вышел из машины, руку в горло, блядь, поднял. Тихо. Охота за привидениями. Тихо. Предъявите ваши документы. Что привидения. Такое? Что не так? Ваши документы то, привидения, что вы можете тут летать. Я хочу тут. Что тут? Понятно? Хочу тут. Я тут, а где тут? Я тут хочу. Тут? Да, хочу тут. Тут хочу, хочу тут. Подожди, хочу а тут. Тогда мне документ, пожалуйста, что вы хотите именно здесь. Достал свои суперслизические документики и передал.
Гражданину напротив. Так, а что я тут разберу? Тут что-то на вашем непонятном языке. Слизью. Все. Фу, блядь! Ну, забери! Забери свои документы. О, они Фаркнул, все... значит, на штаны случайно человеку напротив и забрал свои документики. Так. Ну, простите, пожалуйста. Взял человека за ухо, нахуй, уебал об капот. Откуда у меня ухо? Йоу, пацаны. Смотри, привидение поймал. Вон, видишь, красное, блядь. Это привидение. Меня слышно, чуваки? Да, я слышу. Призрак. Так, теперь нужно проверить, что это за малыха такая. Поехали. Слушай, ну выхлоп мне нравится. Как она себя ведет. Смотри. В принципе, неплохо. Слушай, хороший аппаратик. Симпатичный, мне нравится. Знать бы, что еще за этом за марка такая автомобиля, подожди. H9, блядь. Что, китайская какая-то залупа? Ебашит, ля. Да красивая тачка, пацаны, красивая. Так, и последняя тачка. Я не знаю, стоит ее вообще проверять или не нужно ее пробивать, смотреть, что она из себя представляет. Ну, давай, посмотрим. Мне кажется, все равно, думаю, многим будет интересно, раз у нас уже это последний выпуск по Battle Pass, надо уже все тогда проверять. И какие колесики маленькие, да? Какие маленькие колесики? 14-е, что ли? Пип! Что это за сигнал такой? Что это за детский сигнал? Блядь. Ну, прикольно, знаешь, неординарно. Такого еще не было. Так, перекрашиваем нахуй ее в желтый цвет. Ставлю табличку такси нахуй. И как маршрутчик буду по маршруту ездить. Не знаю, Лос-Сантос Туапсе, блядь. Лос-Сантос Сочи, блядь. Улан-Удэ, блядь. Я не знаю, куда-нибудь буду возить людей отдыхать. Ну а что не париться в этом тухлом городе? Нет, ну нормально, да? Нормально, пойдет. Мне нравится. Слушай, ну будет. Вы мне, главное, в комментариях напишите, для чего нужен этот фургончик. Можно ли на нем дальнобой? Если да, то тогда я найду ему применение, сделаю отдельный видеоролик. А так пока что не особо понятно. Вообще считаю, что нихуя не понятно. В общем, друзья... В общем и целом, да, как говорится. Вот такой вот вышел видеороличек. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Прожмите свой палец вверх, подпишитесь на канал и обязательно оставьте свой комментарий. Ну а с вами был, как всегда, я, Саня Град. До новых встреч и всем пока-пока!